Сегодня в «Морском собрании» хроника морской недели конца лета, трагедии и праздники. Первый курс тому принял присягу, а тайфуны Японского моря оборвали десятки жизней северокорейских ловцов кальмара. Дни мира на Тихом океане. В сентябре 45-го Вторая мировая война завершилась на морском Тихоокеанском театре военных действий. Последние, потерянные в августе 45-го подводные лодки СССР и США, или найдены только в 21 веке, или все еще находятся в розыске. Главная морская сенсация минувшей недели. Необычно частые печальные находки разбитых и полузатопленных рыбацких шхун из Северной Кореи на акватории залива Петра Великого и даже в черте города Владивостока. Необычно является не то, что северокорейские рыбаки терпят бедствия в территориальных водах России близ Приморского края. На юге, в Хасанском районе, таких брошенных, полузатопленных, арестованных и конфискованных за браконьерство шхун каждый год десятки. Недалеко от поселка Хасан есть целое кладбище рыбацких посудин из КНДР. Но в этом году специфические тайфунная и циклонная активность сформировали штормовые течения большей мощности и с более глубоководным направлением. И, видимо, десятки лодок, которые предназначены для исключительно близкого к побережью лова кальмаров, вынесло в открытое море и протащило десятки и десятки морских миль. То, что есть жертвы, несомненно, но сколько их, без данных от северокорейской стороны, подсчитать невозможно. Хронология находок разбитых корейских суденышек такова. 25 августа были найдены полузатопленные обломки шхуны близ находки. На нем были люди. Двоих эвакуировали. Судьба четверых, оставшихся в трюме, и спасать которых во время шторма было невозможно, остается неизвестной. Затем то участники парусных регат, что проходят в эти дни в заливе Петра Великого, то отдыхающие с катеров фиксировали дрейфующие лодки у дальних островов архипелага императрицы Евгении. Потом уже на русском, близ Приморского океанариума, нашли разбитую шхуну, где был обнаружен труп рыбака с азиатскими чертами лица. В этот же день вообще в черте Лазовского района был спасен полный экипаж северокорейской шхуны из 9 человек. Там обошлось без жертв. Через день четверых бедолаг из перевернутого морем судна вытащили жители острова Рейники. На пляже Ливадия с разницей в несколько часов прибило еще одну перевернутую после кораблекрушения рыбацкую лодку из Северной Кореи. И здесь произошло чудо спасения. Новостной паблик ДПС «Контроль» опубликовал видео, как очумелого от беды рыбака вытаскивают из трюма перевернутой лодки. Сейчас и береговая охрана Приморского управления Федеральной службы безопасности ведет расследование всех этих многочисленных инцидентов. Отправлены запросы в Пхеньян, подключено посольство Российской Федерации в КНДР. Северокорейские рыбаки всегда отличались бесстрашием, которое граничит с безумием. Но море равнодушно к отваге или нуждам людей, и шутить с ним не позволяет никому. На этой неделе почти 250 первокурсников Тихоокеанского высшего военно-морского училища принимали военную присягу. Присягнувшим долгу защитника Отечества слова напутствия сказали руководители Приморского края и Тихоокеанского флота и, конечно, родные и близкие, которые благословили их выбор. Жизненный курс выбран. С момента этого ритуала с оружием в руках начинается время особой ответственности. Пока еще только за самого себя, свою дисциплину, успехи в учебе. А с окончанием училища ответственность увеличивается кратно. За подчиненных, за корабли, за выполнение задач. Тем не менее, с каждым годом парней, желающих попасть на флот, становится все больше. И в Тавму теперь выбирают лучших из выпускников средних школ. Почему я поступал в Тавму? Я считаю, что это лучшее училище военное в России, а я всегда мечтал стать именно военным. Первые два курса в Тавму, как говорят его выпускники, от присяги и до экватора, самые сложные. Преодолеешь их, значит, будешь в золотых погонах. Но сейчас необходимо пройти этап становления военного моряка. Они здесь живут и учатся, и ну, сейчас проходят службу как срочники, то есть военнослужащие срочной службы. Вот все как положено военнослужащие срочной службы, все так и у них. То есть суббота, в субботу у них тоже учеба. В субботу вечером, в воскресенье после обеда у них будет увольнение в город. Кому положено, но согласно уставу Вооруженных сил Российской Федерации.
Осенью прошлого года Тавму уже отметила 80-летний юбилей, и за 75 выпусков, что вышли с этого плаца, было подготовлено 18 тысяч морских офицеров, 240 из которых стали адмиралами. И если посчитать по самым простым правилам арифметики, то в каждом наборе в Тавму приходили несколько будущих адмиралов. Не сомневаемся, что и в этом году, и в этом строю они тоже есть. К страницам истории. В первых числах сентября мир вспоминает об окончательном завершении Второй мировой войны. Произошло это 2 сентября 1945 года, а 3 сентября считается Днем Победы. Поэтому в эти дни принято вспоминать о той Тихоокеанской войне, которая завершилась победой союзников, но жертвы принесла неисчислимые, в том числе и первые, надеемся, последние в истории человечества от атомных бомбардировок. И по сей день океан таит на своих глубинах множество неизвестных могил военных моряков разных стран, погибших в той войне. И поисковые работы продолжаются до сих пор. Одну из таких находок сделали уже в 21 веке поисковики из Владивостока, которые искали последнюю потопленную в августе 45-го советскую подводную лодку Л-19, а нашли американскую СС-238 «Баху». Идентифицировать объект, который мы предположительно считали американской подводной лодкой «Ваху», вот, он был обнаружен 2 годами раньше, но точно сказать, это лодка «Ваху» или это какой-то другой подводный объект, без визуального обследования никто не мог. Ну, пришлось делать 3 погружения. Правда, надо сказать, что в этот район отличается сильными течениями. И первое погружение мы выставили буй, мы убедились, что он стоит точно на целью. Но пока выставляли декомпрессионные баллоны и так далее, погрузились. Огромная, 92 метра, а так как под водой все объекты кажутся еще больше, ну, на 25% идет увеличение из-за рефракции воды, и ее никто никогда не видел, никто не знал даже, как она, в каком состоянии, повреждена, ее могло просто не быть, понимаете, потому что ее бомбила авиация тяжелыми бомбами, и ее могло просто сдетонировать боезапас, например, и так далее. И разорвала ее практически до киля вместе с рубкой. Но при этом вот, она лежит на дне, и за исключением этого разрыва, она абсолютно целая, только обросшая всякой морской живностью. Там, тучи рыб вокруг нее ходят. Вот. Есть, конечно, и мелкие повреждения, видимо, что убили. Ну, глубинными бомбами ее добивали, хотя уже не нужно было это. Она была уничтожена одной мощной авиационной бомбой, причем никаких шансов выжить, конечно, у экипажа 80 человек не было. В Дни мира на Тихом океане вспомним всех, кто погиб в той самой жестокой морской войне 20 века. А всем зрителям программы «Морское собрание» традиционно пожелаем 7 футов под килем –